На 8 января по республике за сутки зарегистрировано 193 новых случая COVID-19 в небольничной пневмонии. По данным Минздрава, в Бишкеке 134 новых случая, в Аше 9, в Чуйской области 11, в Ошской 4, в Талаской 6, в Нарынской 1, в Иссык-Кульской 4, в Джалалабадской 17, в Баткенской 7 новых случаев. Всего за весь период зарегистрировано 185 677 случаев коронавируса. За сутки от коронавируса выздоровело 55 пациентов. Всего за весь период выздоровели 180 221 пациент. За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода среди невакцинированных граждан. Всего за весь период умерли 2816 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 370 пациентов, на амбулаторном 782.